С вами все, товарищ, ясно, что я без вас готовила прекрасно. А так вы мне льстите прям в глаза, ничего не дав спокойно приготовить ни раза. Скоро я на вас рычать ведь буду, вашу злость, возможно, я забуду. Но я поступать по-вашему не буду, и тогда, возможно, я добрее буду. Раздражать меня вы перестаньте, и от напряжения сего смотрите не устаньте. Скатертью вам пусть будет выслана дорожка, идите тогда, куда хотите сами, и гуляйте в одиночку. Раз вы меня так сильно достаете, милый друг, значит, я вам по жизни, видимо, не друг. Беспокоить, если вы меня всегда решили, возможно, в прошлом много согрешили. Вы сначала сами разберитесь, почему же на меня всегда вы злитесь. Вам ведь в жизни я не виновата, если что не так или не пришла зарплата. За меня вы не волнуйтесь, я сама ребенка воспитаю, а другом пока что вы волнуйтесь, чтоб дитя растить смогла, где проживаю. Конечно, если вам ребенок важен, и растить его не будет вам накладно, разделим мы тогда о нем заботы на двоих и на приключениях здесь ваших, и окончится сей стих. Но если вы остановиться не хотите, тогда дальнейшие здесь строчечки прочтите. Здесь я грязью вас не буду поливать, но о покаянии вашем буду я мечтать.